Привет всем, с вами Варвар, и мы продолжаем проходить эту чудесную игрушку. Так, это у нас, как бы сказать, четвертая глава, ну, главка, не знаю, вообще не делится. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Газетка. Так, странные дела творятся в заброшенной церкви, которая находится по улице Малкевича, 13. Местные жители рассказывают, что ночью внутри церкви постоянно что-то происходит. Кто, как говорит очевидец Сидоров, я много раз замечал, что по ночам в ней горит свет, исходят странные страшные звуки, как будто там кого-то пытают. Напуганные местные жители обращались за помощью в милицию, но обыск церкви не дал никаких результатов, а церковь с тех пор считают проклятой. Так. Как я понял, мы находимся на территории церкви. Опа. Список больных, что ли? Сентябрь. А год... нету. Года нету, жаль. А, какой? Год 79-й. Точняк. Так. Что это за сейф? Ну-ка. А что у нас... Оп. 824. Какие цифры? Так, тут что это у нас? Нам надо какие-то ключи. К1, К2. Ладно. Что это такое? Идем отсюда. Так, это что у нас? А, это мы сюда пришли из этой двери. Да, пойдем на второй этаж, может что-нибудь интересное. Опа, нифига кровище. Что это? Ничего нельзя взять. Давайте войдем в дверь. Так. В каком-то кабинете мы. О, блин, опять это точняк церкви, потому... ну почему так здание трясется мне? I know this place. I've been here before. Ambitions. I thought this would be a fresh start. Какая-то школа. A new beginning. But look at me now, alone, no family, no friends. Опа. Чувак, я ближе подойти не могу, еле идет. Это кто такое? Ну, понятно, почему такие диалоги не переводятся. Или типа нафиг не надо? Ну ладно, обойдемся без этих. Коровья башка. Опа. Так, что-то у нас тут есть. Бумажечка. Ничего за это нету, так что читаем. Данным распоряжением здания. Заброшенной церкви Святого Георгия, прилегающий фонд передается во владение городского совета для дальнейшего распоряжения имуществом. Данный приказ вступления в силу в течение 3 дней. Так. Я же говорил, на какой территории церкви мы находимся. Виу, куда улетел? Так, тут тоже какая-то... Полный отчет. Мы рады сообщить глубоко уважаемому собранию о том, что в процессе эксперимента наметился существенный прогресс в нашем предприятии. По позициям нам удалось за эту неделю выполнить следующие задачи: замещение детских воспоминаний, кратковременное увеличение физического потенциала объекта в несколько раз, установка тонкой связи между двумя объектами программами, пробуждение потенциала
объекта номер 1 с пробуждением потенциала объекта номер 4. К сожалению, мы вынуждены также сообщить о смерти ключевых объектов эксперимента номер 2 и 10. Однако у нас имеется адекватная замена, которые прибудут в течение нескольких 2-4 часов. Работа с предыдущим материалом дала нашим ученым возможность корректировать исследования и учесть имеющие риски во всех последующих операциях. В рамках текущего плана объекты 11-4 будут помещены обратно в среду своего собственного обитания после замещения воспитаний, касающих предыдущих 2 недель. Так, будем сюда. Что у нас тут? Нифига. Что он сам двинулся? Оп. Кто-то нервничал. Алиса. Тихо. Кто-то все стены испытал. Куртайн. Что-то за надпись Куртайн во всех. Опа. Ключ. Опа, я знаю, для чего этот ключ. Так что мы его рассматривать не будем. Это небось от этой двери. Ничего нету. Что у нас тут? Эксперимент утвержден в высших кругах. Наши партнеры также готовы приступать. Нам необходимо предоставить помещение, отвечающим требованиям проекта документации. Расположение играет существенную роль, и мы должны иметь равноудаленный доступ от основных городских больниц и тюрьм. Соответственно, помещение должно быть находиться в пределах города. Целью обеспечения секретности мы не можем рассматривать варианты жилых массивов. По требованию представителя АВ, место должно находиться рядом с церковью, либо кладбищем. Просим отметить, а данный запрос это оперативно. Программа уже запущена, и время играет существенную роль. Ну, это понятно, документы, когда они искали место. Это ничего не... Телефон. Может, кому-нибудь позвонить? Так, что у нас тут еще? Опа-па-па. Так, это химия. Что-то еще. Пробуждение. Каждый вновь прибывший участник эксперимента должен пройти предварительную санитарную обработку по формуляру 44, после чего направлен в малую лабораторию для медицинского обследования внедрения препарата Т7 и маркировки по протоколу 16. Каждому субъекту должен быть присвоен индивидуальный шестизначный номер. Так. Ну, вроде тут. Куртайн. Ча. А что такое? Сейф? Мне почему-то кажется, что сюда кур. Как он там, блин? Эй! Хо. Акт о добровольном участии в эксперименте. Чистый бланк. Нафиг он мне нужен. Сзади ничего нету. Опа. А вот и мой. Стретисов Николай Андреевич, 57-го года рождения, добровольно соглашаясь принять участие в эксперименте «Красная метка», обязуясь хранить любую информацию о нем в полной секретности на протяжении 20 лет после подписания акта. Если я напишу конфиденциальность, пусть меня постигнет наказание как предателя врага народа по всей строгости советского закона. 17 октября 84 года. Окей.
Да, короче, тут ловить уже нечего. Ну, уходи. Всегда у них какая-то символика странная. Ладно. Так, что у нас тут еще есть? Что я, может, пропустил? Опа! Запись, запись, запись. Ну, вырубай. Запись чистая вообще. Так, что у нас осталось? Эту дверь мы... Опа. Закрытая дверь. А почему? Не понял. Слышали, кто-то дверь открыл? Ну, давайте чуть... Опа, у меня даже ключик. А, кажется, прошлое видео. Давай. Открыли. Ну и чё, ходить будем? Сохранение. О, гляньте, какой тетрис. Аппарат тетриса. Тетриса. Так, чё у нас? Записи из клиники спасательного субъекта номер 16. Больной находится при принудительном лечении городской психиатрической больницы с диагнозом шизофрения. В качестве меры лечения применяется шоковая инсультовая терапия и аминозин. В процессе лечения больного выявлен ряд аномалий мозга, делящий необходимой его участие в программе «Красная метка». Он будет редислоцирован ваше ведомство. В течение следующей недели примите меры по подготовке его приему. Так. Что такое? Вот. Что произошло? Блин, я, наверное, какой-то воспоминание пропустил. Ну ладно. Еще потом посмотрим. Я думаю, там серьезно ничего не было. Так, что у нас тут еще есть? На столе у нас что-то книжка. Так, 89 или 84, короче, вот. 84, стой на пороге новой главы жизни, всегда задумайся о прошлом, о том, что провело тебя к этой невидимой границе между вчерашним днем и будущим. В этот момент ты понимаешь, что все шло именно к этой точке во времени и пространстве. Я верил и знал, что непременно получу шанс и смогу оставить след современной науки. Эксперимент начинается завтра. Мы должны доложили, что все уже готово. Разработанный мной метод. Первоначальный метод утвержден вышестоящим начальством. Мы готовы. Если я прав, а я прав, результат этого эксперимента изменит мир навсегда. Изменит в лучшую сторону. Окей. Так, я там как ключ. Теперь у нас два ключа. Так, а что за... Пойдите. Ну, если ты думал, что нам стоит пойти. Опа. Есть кеджечка. И чё? Тихо. Не
Так. Блин. Опять какая-то загадка. Так. Нет, еще. Так. Ну, нижний остался. Задолбали такими загадками. Что, какая подсказка есть? Опа. 4, 5. Блин, неправильно. Вот хрень, блин. Ладно, может, обойдемся без этой фигни. Может быть. Ага, я отсюда сказал, что выйти не могу. Ну пусть вышел. Так, пойдем пока сюда. У нас же ключи есть. Дум остался. Так, вниз
вниз пойдем. Опять этот колокол. Загадки вообще. Тяжеленные просто. Так, давай. Блин. Блин, я понял, тут фишка. Ну это естественно, что надо все зеленые, чтобы загорелись. Но тут на одной это не толкует. Как его сделать, блин? Нифига, черепаки полетели. Оу, чё я открыл? Скажите мне, что я сделал? О-оу. Какие-то души, что ли? Вау! Чуваки, мы первый эпизод прошли. Фак. Да, это было круто. Да. Ну давайте, чё там дальше? Play. Я думаю, не сначала же начнется. This looks really familiar. Блин, крутяк. Вот. Блин, мы вышли куда-то еще. Чуваки, короче, это в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Варвар. Всем пока.